Настоящие мужики используют секс. Какую гитару лучше всего использовать для игры в тяжелом стиле? Ну, черную или красную? Сейчас выражение модное, вот блогер там на F. Все челочная тема. Сегодня я, наверное, вам песню сыграю, где у меня в самом начале слэп на гитаре записан. Но сегодня не про него. Ребята, привет всем! В первую очередь хочу сказать спасибо, что пришли на мастер-класс. Для меня это волнительное событие. Вот. Но поскольку я человек простой, мастер-классов еще никогда не давал, вот, у меня это первый опыт, и спасибо за то, что проявили интерес. Вот. Ну, мастер-класс был обозначен как гитара в тяжелом стиле. Вот. Понятно, что те вещи, которые я буду сегодня рассказывать, это все мой личный опыт, это без претензиозности на истину в последней инстанции. И заранее хочу сказать, что по стройке звука, по подбору инструмента, подбору струн, подбору медиаторов, перегруза, ну и вообще прочего стафа, тут не стоит полагаться на кого-то. То есть и говорить, что вот, допустим, для какого-нибудь там олдскульного дэд металла подойдет такая гитара, это будет немного некорректно. Ну, я надеюсь, все это понимают. Вот. Я поделюсь, как я уже сказал, своим опытом, что для меня подходит. Вот. Ну и вообще, в принципе, я в поисках на самом деле гитары. Эта гитара не моя, это гитара нашего гитариста из БФГ, Алексея Ликина. Он здесь сидит. Вот. Но она мне очень нравится. Вот. Но я бы хотел себе найти немного более универсальный инструмент. Вот. Ну, наверное, давайте сначала сыграю вам песню, чтобы как-то обозначить начало, а потом уже с вами потрудим зажигать. We'll be right back.
ну, немного расскажу про то, что мы сегодня будем с вами играть на мастер-классе. В основном это песни с нашего предыдущего релиза. Ну, я играю в группе Big Fucking Gun. Вот. Это была песня с первого альбома полноформатного Fury. Правда, записана она в Drop C, и сейчас я сыграл ее в строю Drop Sol. Вот. Мы решили поменять немножечко аранжировку, поскольку у нас сейчас другой вокалист, и немного вообще музыкальный концепт наш изменился. Мы немного более современный звук выбрали, нежели на первом альбоме, и вот как раз в новой аранжировочке-то она и была. Вот. Собственно говоря, вот перейдем непосредственно к делу. В связи с тем, что строй изменился, раньше мы играли в Drop C на шестиструнных гитарах, сейчас, ну, понятно, что попробовали мы сыграть Drop Sol на шестиструнках, ничего не строило по мензуре, ну и в принципе очень ограниченный диапазон получается, поскольку какие-то соло-партии играть просто, ну, физически неудобно, нету верхнего регистра целиком. Мы перешли на семиструнки. Ну и вот, если по тезисам пройтись, какую гитару лучше всего использовать для игры в тяжелом стиле? Ну, черную или красную? Понятно, да? То есть? Красную тоже можно? Красную, конечно, можно. На красный соло играют. Да, да, да. На черный играют рифы. Но на самом деле, понятно, что очевидные вещи, типа такие, как гитару с хамбакерами, то, что, я не знаю, такую гитару, как там, допустим, джаз-банка, не совсем подходит, да, для игры в тяжелом стиле. Понятно, что все под одну гребенку тоже не надо нести. Есть разные тяжелые стили, есть там слаж, стоунер, дум, есть дэд метал, брутал метал, есть какой-то такой, вообще так принято называть, современный метал, нью метал, да, грув метал. Вообще я в принципе не очень люблю жанры какие-то вот такие вот строгие, когда говорят, допустим, вот там, какой жанр вы играете. Ну, мы это так условно называем грув метал, да, то есть. Но понятно, что это такой грув метал, который сильно отличается от законодателей жанра, от Пантеры. Вот. Первый альбом на нас очень сильно повлиял Devil Driver, группа Devil Driver. Очень сильно повлияли Lamb of God. Вот. Но вот после выхода первого альбома мне очень сильно захотелось звучать по-своему и больше атмосферы в музыке. Вот. И говорить, какая гитара идеально подойдет для металла, ну, это так, достаточно, ну, не совсем корректно, скажем так. Но вообще я использовал до этого, у меня была гитара семиструнная Ibanez, но она и сейчас есть. Ibanez 7621, это японский Ibanez. Вот. Очень универсальная гитара, поскольку у нее интересная распайка, у нее два хамбакера и пятипозиционный переключатель. То есть можно использовать вот эти вот второе и четвертое положение для того, чтобы получить звук, который очень похож на сингловый. Ну, понятно, что если в гитаре нету сингла, ну, все знают, да, что такое сингл. Хамбакеры с отсечками – это фикция, это, по сути дела, не сингл, но очень-очень-очень-очень напоминает. Вот. Вот этот инструмент – это компания Fujigen, FGM. Вот. Он больше подходит, нежели Ibanez. Почему, если как бы задать вопрос, то… Ну, во-первых, он по натяжению струн. Комплект струн я использую для строя Drop Sol, ну, чтобы понятно было, то есть, что такое Drop Sol, да, то есть обычная семиструнная гитара настраивается Ми, Си, Соль, Ре, Ля, Ми и Си, да. Drop — это значит шестая струна, в шестиструнном или в семиструнном, она настраивается от пятой или от шестой не в кварту, а в квинту, но это тоже большинство из вас знает. Вот, соответственно, все струны на том ниже стандартного строя, то есть получается строй Ре и седьмая Соль. Вот. Почему именно такой строй? Очень удобно сохранять все аппликатуры, всех гам. Арпеджио, да, то есть. Потому что в шестиструнке, когда играешь в дропе, некоторые арпеджио, которые задействованы шестой струной, их приходится переносить аппликатурно, и это не совсем удобно. Вот. И в то же время есть очень низкая нота соль. Мне очень нравится, как она звучит. Вот. Сказать, что это любимый строй у меня, вот, неправда, самый любимый строй у меня стандарт, потому что в стандарте все звучит, в стандарте все строит, ну и со струнами тоже намного проще. Я беру комплект струн у Deodario NY-XL,
1074 это комплект для восьмиструнки, и просто выкидываю оттуда седьмую струну. Вот. Ну как выкидываю? Отдаю своему хорошему другу, к которому она обычно подходит. Вот. Ну, если вы играете в другом строе, то, не знаю, наверное, другой калибр струн вам подойдет. Ну, помимо всего прочего, у этой гитары особенность интересная, есть то, что голова реверсная. Это усиливает натяжение седьмой струны. Вот. Ну, понятно, что и пятый, и шестой тоже. И занимательная такая вещь. Мензура у них одинаковая с ибанезом, то есть 25,5 дюймов, но абсолютно разное натяжение получается. Все, что вот на ибанезе, допустим, после 12-го лада на седьмой струне не строят, здесь все абсолютно хорошо. Ну, как бы строят. Ну и понятно, что по ощущениям или на ибанезе играешь, и там очень мягкие струны получаются. 1074, там первая, вторая, третья, четвертая, очень комфортно на них играть, то есть и бенды, и интонирование, все очень удобно делать. Вещи. Легато очень удобно играть, но начиная вот шестой, пятая, шестая струны, они как-то, ну так, странно по ощущениям. То есть пока я играл на ибанезе в дроп ля, все было очень комфортно, но когда я строил его в дроп соль, я заметил, что ну, есть некоторые нюансы, которые бы мне хотелось устранить. Ну и еще помимо всего прочего, сама по себе гитара за счет всех конфигураций, за счет всей этой алхимии, она звучит злее и более читаема в миксе. Вот. Обнаружили мы это на записи сначала, когда писали демо, уже в новом строе, стали играть, сравнивать гитары, ну это любимое да, дело, конкурс гитар, какая гитара злее. Вот. Ну и, собственно говоря, по всем параметрам эта гитара более агрессивное звучание имеет, и на ней в данном строе играть комфортнее. Хотя та гитара, которая у меня, которую сегодня с собой не взял, BNS-7621, она более универсальная за счет положения отсечек. И сегодня я, наверное, вам песню сыграю, где у меня в самом начале слэп на гитаре записан. Вот. Некоторые думают, что это на басу, но это на гитаре. Вот. На этой гитаре уже не очень красиво он звучит, то есть все-таки на ибанезе он лучше ложится. Вот. Следующий момент, который хотелось бы мне затронуть. Ребята, если у вас будут какие-то вопросы, я хочу, чтобы вы их задавали, поскольку самый глупый вопрос – это не заданный вопрос. Ну и формат мастер-класса, когда все сидят такие, ну, вроде да, пришли, вроде что-то там Миша рассказал, но мы вроде как бы что-то запомнили, но ничего не спросили. Это так, не очень полезный мастер-класс, поэтому не бойтесь задать какой-нибудь вопрос, который может показаться вам глупым. Постараюсь максимально хорошо вас понять и ответить максимально доступно и максимально, как это сказать, понятно. Вот, если брать следующий пункт, ну про струны, я, собственно говоря, сказал, да, то есть ну, в стандартном строе, у меня есть собой гитара в стандартном строе, я использую комплект 9.46, тоже объясню почему, потому что на 10.46, которые многие гитаристы используют, мне играть некомфортно. Но это лично, опять же, по моему опыту, то есть интонировать, бенды делать, мне не очень комфортно, не знаю. Опять же, вот допустим, на этом ибанезе еще более или менее, а гитары с фиксированным бриджем и с мензурой 25,5 дюймов, ну, мне кажется, это натяжение большим, слишком сильным для меня. Вот. И путем проб и ошибок я пришел к комплекту 9.46 в стандартном строе. Ну и, соответственно, Drop Red тоже 9.46. Вот. По медиаторам. Ну, тут уже ребята некоторые слышали. Использую Dunlop Jazz 3. Вот такие вот маленькие желтые медиаторы. Еще подходят красные и черные еще бывают. Еще недавно я обнаружил, что есть Jazz 3 Tortex. По-моему, вот такие. Они тоже, ну, близко к тому, что я использую, но не очень комфортно. То есть это, если только уж совсем нет никаких других медиаторов. Вот. Плюс то, что они достаточно удобно сидят в руке, маленькие, вот, долговечные, то есть стачиваются. Вот именно желтые почему-то стачиваются дольше остальных. Черные и красные, они не как гитары. Они стачиваются быстрее, чем желтенькие. Вот. Как получить мощный, жирный, рычащий саунд вашей гитары? Вот. Тоже расскажу, как я отстраиваю звук и на чем я играю. Если брать
то, что стоит сегодня у меня, да, это Amuter Stormhead. Ну, это первая версия, мало чем отличается от второй. На самом деле звук почти один и тот же. Ну, я разницы никакой ощутимо не заметил. Вот. То я раньше использовал ее как основную свою концертную, получается, аппаратуру. То есть, в общем-то, и перегруз оттуда использовал, и раньше оттуда использовал. Вот. На данный момент я играю на двух педалях. Это компания из Петербурга, ну, как компания там, молодой человек сам их паяет. Это Дат Берди, вот, Борода Птиц, да, по-моему, переводится. Вот. И педаль называется Islander. Ну, это прям, по сути дела, который можно использовать как педаль. То есть там есть цифровой элемент, который позволяет настроить, по-моему, до 30 с лишним пресетов, которые можно переключать при использовании MIDI-контроллера. Но я использую ее как педаль перегруза и просто как там, два канала, то есть Gain 1 и Gain 2. То есть она немного отличается по своим настройкам. Вот. И вторая педаль, она мне досталась путем обмена примочек и перепродажи их. Ну, это есть такое у меня выражение на Захаре. Может быть, знаете, есть такой у нас приятель Захар Дима. Он постоянно что-то перепродает, покупает. И, в общем, назахарил я эту педаль. Она как раз у меня для нетяжелой музыки. Вот. По звуку все достаточно просто, поскольку я специально где-то не учился, как отстраивать звук. Просто на свой слух как-то отстраивал. Вот. Единственное, что я всегда немного делаю больше, это серединки, да, то есть, чтобы гитарный звук читался. Опять же, если взять какой-то другой музыкальный жанр, даже из металла, то там звук может быть кардинально другой. То есть, к примеру, ну вот, у меня сейчас такой достаточно середины. Вот. Но один мой приятель настраивает звук как-то вот так. И тоже неплохой вариант. Только у него чуть более читаемый получается. Ну, я не умею таким звуком пользоваться. Это получается середина введена полностью, а низкие и верха они добавлены на максимум. Ну, так называемый олдовый звук, да? Я не умею управлять таким звуком, и мне просто он кажется нечитаемым в миксе. Но, опять же, все определяется не только вкусовыми предпочтениями или ушами. Еще все определяется тем, какие партии на самом деле придуманы. То есть, что остальные музыканты играют, какие партии. Вот. То есть, по мне так, конечно, лучше сделать вот так. И все просто. Для меня лично намного более читаемо. Вот. По уровню гейна, кстати, это очень интересный такой момент. Раньше я был приверженцем того, что надо делать всегда малое количество гейна. И я думал, что вот, ну, вот это вот прямо истина в последней инстанции, типа, ну, настоящие крутые металлисты, они сейчас выражение модное, этот блогер там на F, вот. Да, у которого рубашка, как будто он в красном и белом работает. Вот. Он любит очень может, держит, может, так и есть. Высекать, еще любит других гитаристов, обзывать всякими погаными словами. Но сегодня не про него. Вот. Выражение высекать. Я думал, да, высекать надо, то есть надо прямо с большой атакой играть. Но я столкнулся с такой проблемой, что если помешаться на этой атаке, можно заработать неплохую такую проблему с запястьем. То есть как минимум у тебя будет зажато запястье. Ну и достигал я этого так называемого высекания путем как раз большого размаха. Ну, как бы, чтобы посильнее же надо по струне ударить, чтобы больше гейна было. И в общем-то да, то есть чем сильнее ударяешь, тем больше гейна получается. Я сейчас немного увел, да, ручкой громкостью гейна. Yeah.
музыканты, как Пол Гилберт, играют, у них вроде бы как бы и размах-то небольшой, и атака-то мощная. Потом понял, что, в общем-то, надо эту теорию с большим размахом отметать. Вот. Ну и, конечно, естественно, путем проб и ошибок я понял, что надо что-то с правой рукой менять. И, в общем-то, сейчас я использую достаточно большое количество гейна. Вот. Никаких проблем в связи с этим не ощущаю. Вот. Естественно, понятно, что надо отдавать отчет, какую музыку ты играешь. Если ты играешь какой-то такой достаточно олдскульный хэви, то понятно, что количество гейна не должно быть запредельным. Ну, просто это было звучать некрасиво. Но если играем экстремальную музыку, то, в общем-то, количество гейна достаточно большое. И для меня большое количество гейна это все, это предел, потому что дальше уже начинается... звук перегруза, а не звук гитары. Вот, но... у меня цепь сама по себе, она достаточно насыщенная, то есть я использую всегда грелку, абсолютно всегда. Вот. Хотя раньше, пока я играл сугубо эту голову, я использовал перегруз только тот, который мне есть, и грелки не надо было, потому что транзисторный перегруз, он сам по себе звучит хорошо. Вот. Ну, я сегодня ламповый усилитель не стал брать, да, чтобы показать, но в общем-то... Так, у меня звучит педаль без грелки. Так она звучит с грелкой. Почему грелка? То есть количество гейна в принципе можно сделать небольшим, еще добавить, да, то есть не то чтобы грелка добавляет гейна, артикуляция вся, она более яркая становится. Вот. Ну, в общем-то, наверное, в принципе, могу продемонстрировать на какой-нибудь другой гитаре еще что-то разное, да, эти, так скажем, рифы сыграть. Вот, к примеру, вот у меня гитара, самая злая, самая сатанинская, самая дьявольская, американская карли. Сейчас проверим, в каком строе она у меня. Обычно она у меня живет в строе C. Замечательный строй. Тут, по-моему, у меня до диез. Ну, не суть. Проверим. А, до классического. Сначала сыграю вам риф без грелки, да, то есть. Вот. Можно даже добавить гейна, чтобы не было такого фактора, что вроде как гейна не хватает. И теперь вернем гейн в обратное положение и добавим немного грелки. Очень много открывается нюансов в звуке с полмьютом, именно с полмьютом. Вот это все такое панчеванное звучание, оно передается именно хорошо с грелкой. Опять же, вот я так играю, и мне так нравится, соответственно. Есть люди, которые абсолютно по-другому все это отстраивают, и у них тоже очень крутой звук. Ну, то есть, чтобы вы, мало ли, не подумали, что я говорю, что только так хорошо. То есть, понятно, что вариантов, да? А ты датчики не имел на гитаре? На этой гитаре нет. На Ibanez на этом я поставил Focking Demolition Bridge. Чем связан? Ну, у нее стоковый датчик. Мне показалось, что он недостаточно агрессивный. Он классный, но он не агрессивный. Вот. Ну и плюс, я сначала купил Focking Demolition для Explorer. Вот. Мне не понравилось, как он там звучал. А поскольку есть хороший датчик и есть тут стоковый, который мне не совсем нравится, можно же поменять конфигурации. Вот. И меня на Ibanez на этом полностью устраивает Focking Bridge. Вот. Здесь интересный датчик, это Даровский датчик
Билл Лоуренс, но Билл Лоуренс 50XL, по-моему, да? X500, по-моему. X500, в деревне, я не знаю. Вот. Он никогда не был сигнатурой Даймбека Даррелла, да, то есть потом у него супер дисторшн, по-моему, или как он, Даймбакер у него был, Димарцева. Вот. Я его вживую никогда не юзал, этот Даймбакер, но, в общем-то, этот очень похож по частотам, что-то пантеровское в нем есть. Ну и еще жена мне запрещает продавать эту гитару. Моей дорогой супруге самая любимая гитара – это вот черный Карлин. Но он на самом деле стильный, классный, очень трушный, очень метальный. Вот. И он у меня побывал в разных строях от стандартного строя до соль стандарта. То есть я ставил у него очень толстые струны и настраивал соль. И он везде звучит. Вот. Ну, возвращаясь к вопросу о грелке, то есть вот я для каких-то околометальных музык использую все с грелкой. Ну, грелку я юзаю, опять же, для неметальных музык. У меня есть кавер-группа, простите, Гуарана, где мы играем Ленинград, Звери, Муми Тролля, и там нужно много чистого звука. И, кстати, грелка мне с чистым звуком тоже очень сильно помогает. Вот, к примеру, я не знаю, ребята, есть из вас те, кто много играет с чистым звуком в группе? Сталкивались с проблемой? Ну, у вас клавиши кто-то есть? Нет, да? Ну, смотрите, у меня вот такая проблема появилась. Я играю с перегрузом, все хорошо, все читается. Миша Чернышов с длинными волосами, рифы хорошо играют. Вот. Но как только включается чистый звук, все, как будто проклятие на меня сыплется и не слышно гитары. Вот. Если сделать чистый канал погромче, то ты получаешь какое-то непонятное дребезжание. Я сначала обвинял во всем МТ. Я думал, что они специально изобрели такую голову для металлистов. У нее чистый канал только номинальный был. Вот. Потом я начал обвинять свои динамики, Vintage 30 Selection. Ну, кстати, здесь сейчас не винтажи стоят. Я думал, что ну, если делаешь погромче, получаешь какой-то треск, стекло, причем очень некрасивое, неприятное для человеческого уха. Но потом, в итоге, один мой хороший друг, Алексей Евченко, сказал, а ты попробуй поиграть с чистым звуком, но только с грелкой. Я не знаю, насколько хорошо это будет звучать в голову. Грелка, естественно, настроена так. Вот здесь есть ручка драйва. Она полностью вообще введена в ноль, то есть я ее не использую как педаль перегруза, то есть, ну вот это, перегруз, это, то есть самый драйв, да, то есть я просто убираю ручку драйва полностью и... Можно использовать волшебный звукосниматель, сингл, да, то есть... Да, кстати... Нормально звучит, в принципе. Вот. Фигня, это тоже не true. Самый хороший клин, который мне доводилось ну, вот, использовать, это когда, как же это на английском называется, когда усилитель немножечко раскочегарил. Как? Break up level. Break up level, вот, да. Вот, когда путем добавления громкости на канале усилителя, на чистом, у вас получается что небольшой перегруз. Вот. И это самое клевое, то есть тогда получается самый читаемый звук. Да? Да, в принципе, но я, знаешь, как достигал этого эффекта? Вот у нее, смотри, есть канал, кранч. Я...
брал пинцетик, вот этот как, дедоскоп, или как это называется у врачей, так, очень внимательно слушал, вот эту вот ручку Гейна очень аккуратно крутил. И вот что-то подобное получилось. Как оазис он давал. Вот, ну, на самом деле, в принципе, что хочу сказать, почему я сейчас не использую эту голову постоянно на концертах, я просто заколебал ее возить с собой. Вот, потому что я раньше, как такая у нас с Гуараной какой-нибудь там концерт, и Миша едет на такси с кабинетом, с головой, у нее есть спикосимуляция для того, чтобы ее в линию подключать, но она так звучит, очень странно. Вот, даже... Вроде бы с фудсвичем голова, то есть там полный фудсвич, чтобы переключать каналы, 4 канала у этой головы на МТ Stonehead. И еще мастер А, мастер Б. На, еще кнопка для петли эффекта. Вроде все круто было, но надоело таскать с собой голову. И сейчас она у меня стационарно стоит. Ну, понятно, что когда играешь через ламповый усилитель, ты чувствуешь себя настоящим гитаристом, немножечко ближе к этой вот заветной мечте, да, и кажется, любой звук, извлеченный из гитары, он кажется все-таки покруче маленько. Ну, есть такое, что там динамики больше. Хотя, не знаю, я вот динамику и на МТ какую-то слышу. Но определенная разница есть, когда я, получилось у меня так, что мне в мои владения дали попользоваться ламповую голову. Кранк, это сигнатура Дэнбека Даррелла. Вот. И когда я стал заниматься на ламповой голове. Но я стал играть арпеджио, всякие такие, да, я заметил, что, блин, а все-таки там их сложнее играть. Ну, больше тонкостей передает вот эта вот ламповая голова, то есть, ну, я так понимаю, в принципе, ламповое оборудование, оно больше тонкостей передает. Вот. И еще я обращал внимание, когда мне доводилось играть в Mesa Boogie Rectifier, мы приехали на студию в Москву группой, в которой я играл раньше, heavy metal. Вот. Не буду называть, да, не будем позориться. Вот. Мне довелось на студии поиграть в ректу, ну как мы записывались. Вот. И я обратил внимание, что очень странно усилитель звучит. Он же дорогой и легендарный, и вроде бы как он априори должен делать твой звук хорошим. Но почему-то звук был не очень. Вот. Но он какой-то был странный. Но потом уже, конечно, я понял, что очень требовательная ламповое оборудование именно к нюансам звукоизвлечения. Ну, в общем-то, и бог с ним, с ламповым оборудованием. Сейчас я использую, как уже сказал, почти всегда, да, все чистый канал, все верно. Почти всегда грелку, вот. И с перегрузом, допустим, если я играю рифы какие-то, сейчас уже речь идет не про злющий металл, а, допустим, когда я играю какой-то... такие относительно не экстремальные рифы, и на соло мне надо получить очень такой... опять же, грелку, то есть с грелкой это все звучит. Это более приятно для уха. Соответственно, когда вы используете грелку, опять же, у вас есть вариативность того, что вы можете, допустим, ручку тембру ввести, тоном, извиняюсь, на грелке, да, то есть она у меня сейчас выключена, ну, вот я никогда не понимал по часам, как это определяют. То есть, вот если это 12 часов... Да, да, смотри. Она у меня где-то на час выкручена. Ручка тон. Мы можем ее увести, если нравится, предположим, более... Можно просто за счет
изменить параметры. Ну, в общем, можно локально для какой-то песни использовать такой не лайфхак, а такой очевидный способ. Вот. Ну, у меня обычно грелка всегда в одном положении, и по поводу грелки тоже у меня есть вторая грелка, это сигнатура этого Зака Уайлда. Я не знаю, я слышу, что они отличаются, но я так и не понял, какая мне нравится больше. Мне кажется, надо быть каким-то очень специалистом, чтобы понять, там, в чем разница. Ну, та более гнусавая, как мне показалось. Ну, в общем, посидев, поковырявшись минут 10, я настроил две грелки, которые абсолютно разные и звучат примерно одинаково. Вот. Ну, что касается, в общем, непосредственно моего стафа. Наверное, об этом чуть позже. Сейчас, наверное, какую-нибудь песенку сыграем, давайте. Вот. А потом я расскажу про то, вообще, что я использую в своем педалборде и как я концертный звук свой выстраиваю. И причем у меня в борде звук и для Гуарана, и для БФГ. Ну и вообще универсальный достаточно получается. Ну, для рок-музыки, конечно. Так, ну, наверное, с нового альбома, с нового релиза, с грядущего, как она, мелодику мы ее называем. Давай. Подожди, стой, не торопись, не торопись. Это будет премьера или нет? Ну да, можно, наверное, так назвать, потому что мы еще нигде песни не игрывали. Сейчас морально соберусь. Песня-то сложная. Давай. И тишина. We'll be right back.
лично для меня была как вызов. Вот, одно место я все-таки не сыграл. Не успел я вот к мастер-классу идеально подготовить. Я на самом деле готовился, ребят, к мастер-классу day by day. Каждое утро приезжал к себе на работу в 8 утра, занимался. Вот, и песня достаточно, она для меня была сложная. То есть, когда я написал гармонию для соло, которая в конце, я думаю, ну сюда нужно что-то классное. И тогда я еще прям вот получилось так, что я вот зафанател от Джейсона Ричардсона. И думаю, ну надо крутых арпеджио наворотить. Придумать-то придумал, а сыграть это еще надо время. То есть дело в том, что сейчас можно плавно перейти к вопросу, как заниматься. Когда ты берешь какую-то идею, вот, ну чаще всего аппликатурную какую-нибудь фишку, да, ну мы гитаристы очень аппликатурные ребята. Когда ты берешь какую-то аппликатурную идею, то ее надо очень хорошо загнать в пальцы, то есть это надо достаточно скрупулезно поиграть в разных тональностях, в разных вариациях, и потом уже использовать. Ну, я соло сочинил, грубо говоря, на слух, гитар про, ну, с помощью гитары, конечно, да, ну, понятно, что я, могучки у меня не было, такой тогда я так примерно нашлянгал что-то, прописал, ну, вроде звучит. Вот, потом это все записал, ну, естественно, записывая не с одного дубля соло, вот, свои солы приходится записывать порой там, ну, дубля с десятого какой-то лик, в лучшем случае сложный, шучу. Бывает и с первого дубля какой-то сложный лик, но, в общем, иногда приходится попотеть. Вот, и потом я уже просто их оттачиваю до автоматизма. И чаще всего получается так, что то, что у тебя изначально плохо получалось, в итоге на концертах лучше всего звучит, потому что ты это все очень-очень-очень хорошо оттачиваешь. Суть в чем? Давайте, наверное, попробуем вот так вот поступить. Знаете, канал есть «Нескучный саунд» на YouTube. Классный там блогер такой, к сожалению, не помню, как его зовут. У него есть рубрика «Музыкальное вскрытие». Вот. Если вам интересно, то я могу рассказать, в принципе, что в этой песне я играю, ну и вообще всех песнях. Так. В общем, интересно? Нет? Да. Интересно? Да, да. Вот если брать вступление, которое я не сыграл, а компьютер сыграл, там такая партия, ну вот как раз на Ибанезе она звучит намного более выигрышно. Там с лэпом сыграно что-то следующее, такое примерно. Ну, слэп это громко сказано, то есть это не слэп, как, допустим, у Гатри Гована есть треки Wonderful Slippery Sync, у него интересный слэп. Вот, то есть это скорее способ звукоизвлечения, тут больше, наверное, такого легато. Я обыгрываю просто два аккорда. Это получается у нас аппликатурно, да, я буду называть их это ми-минор, да, и до. По сути дела, я играю просто ступени этих аккордов, и у меня тут всего пара элементов, то есть сам удар и глухой перкуссионный звук. Ну или если медленно сыграть. Аппликатура ми-минора просто... Проходящая ступень есть. И мало ли, если кому-то будет интересно, да, что я тут играю более скрупулезно, то добро пожаловать ко мне в контакте с вопросами. То есть я могу, в принципе, прописать в Guitar Pro или, не знаю, можете ко мне прийти чаю попить, да, со мной в ДК молодежи, и я покажу. То есть, да? Какие-то варианты будут потом, может быть, на ссылку кладут. Ну, что ребята посмотреть, то есть фразы могут быть интересны. Ну, думаю, ну, можно будет это организовать, то есть, в принципе, если это будет актуально, да. Можно вопрос? Я услышал в паре моментов, ты используешь искусственные флажолеты. Ядерные, да. И какой техникой ты пользуешься? Потому что, насколько я знаю, нет, ага. Как бы много, ну, достаточно много всяких разных способов извлекать. А, ну, смотри, ты говоришь о том, что есть ребята, которые глушат как-то пальцем, да, да, добавляют. Да. Нет, я так не умею. Вот. Вообще, в записи у меня всегда делают флажолеты Алексей. На самом деле, у него они получаются просто вне конкуренции крутые. Ну, он, в принципе, играет неплохо, то есть хорошо. Просто у него флажолеты звучат очень фирменно.
То есть, если есть ребята, которые добавляют громкость на флажолетах записи, нет, у меня есть Леха, Леха запишет. На самом деле, ну, я, в общем-то, делаю следующим образом. Сейчас так обосрусь, как не поставлю флажолет. Все зависит от того, на самом деле, какой перегруз, сколько гейна, какой калибр струн, ну, в общем. Объясняю технически, как это происходит. Я ударяю, да, по струне медиатором, и вот это вот место, вот этот вот пухляшек у тебя на пальце небольшом есть, я им провожу и струну глушу. И у тебя остаются только те гармоники, которые создают вот эту хрюшу, да? Вот. Ну потом, мало ли тебе интересно еще, да? То есть ты знаешь, что можно получить на одной и той же ноте. Ну, лично я вот добивался трех разных флажолетов. Он может штук 5 сделать. Я не знаю, как он, это, видимо, в котел с флажолетами упал. Вот. Еще иногда я использую тэппинговые флажолеты. Да? А, это не тэппинговый, это как раз есть искусственный флажолет. То есть я беру вот этот вот хитрый палец. Нет, не ногтем, ногтем у тебя больно будет. Не ногтем, мякушкой вот этой, смотри. Вот этот палец берешь, ну, коза, да? Вот этим пальцем зажимаешь на 12 ходов выше, а вот этим ушим ты дергаешь струну. Вот. Ну, еще можно тэппингом, да? Таким способом можно, кстати, сначала извлечь звук, а потом заглушить и будет тоже положено. То есть сначала извлекаешь на открытой струне, ага. А потом слегка ее задеваешь, и получается тоже положено. А, ну да, ну да, да, да. Но я еще, ну, тэппинговое, да, еще. Принцип-то один и тот же, ребят. По сути дела, мы просто убираем основной звук, остаются гармоники. Ну и понятно, что на 12-м ладу, да, на 7-м, на 5-м. Ну, вот это с козой, нет, это не натуральный флажолет. Натуральный флажолет — это вот только этот. Все остальное называется искусственное. Просто есть медиаторное. Я как-то с чуваком спор начал ВКонтакте из-за этого. Но я решил очки на носу поправить. Нет, это к тебе не относится. Я не буду, я медиатором плохо. Я решил немного поправить очки на носу и сказал ему, а вот у него там, нет, не искусственное, это медиаторное флажолет. А потом открываю Википедию, понимаю, что так себе источник. И там, ну вообще, вообще имеется в виду все, что не взято вот так вот. Это все искусственные флажолеты. Просто еще более подробная классификация, там тэппинговый, медиаторный флажолет. Вот. Так, на чем мы остановились? Что еще спросите? Можно такое еще вопрос задать? Во время слайпинга мы это делаем большим пальцем. Да. Вопрос достаточно, наверное, глупый, но все-таки. А куда девать медиатор в этот момент? Не, видишь, вот этот пошлый палец, что делает? Он берет, прибирает медиатор. Но, соответственно, иногда бывает так, что просто приходится его так сделать. Здесь просто, ну... Ну, неудобно, если у тебя что-то очень активное, да, то есть, ну, но слэп — это достаточно такая очень объемная тема, и если проводить мастер-класс, то это отдельно по слэпу, и мне, кстати, очень интересен слэп, я осваиваю, но, наверное, я не буду кривые лики показывать, да, со слэпом, то есть, если я освою его так, чтобы достойно провести мастер-класс, хотя бы в комбинации с какой-то другой техникой, то наверняка я... Скажу, Женя, я хочу мастер-класс по слэпу провести. Вот. Ну, кстати, если, ребята, кто-то интересуется слэпом на гитаре, ну, я поделюсь опытом, поскольку я сейчас как раз эту тему изучаю. То есть абасиновский, да, слэп, когда мы, получается, ударяем, возвращаем большой палец и еще подергиваем. Есть интересная перкуссионная техника, когда еще левой рукой выбиваем. То есть это очень большой мир, и он очень хорошо может расширить границы твоего музыкального мышления. Вот. Поскольку мне всегда было интересно слушать гитаристов, которые ритмичные, когда на гитаре играют что-то перкуссионное. Ну, у меня какая-то латентная тяга к барабанам есть, видимо. Хоть я никогда и не пробовал играть на барабанах, но мне очень интересно
допустим, слушать там, Леха Евченко, он очень любит какие-то такие штуки, дрюки интересные играть, и это все смотрится немного магически для меня. Ну, может быть, потому что я пока совсем в этом не разбираюсь. Но вот слэп для меня прямо это такая ниша, которую я хочу освоить. То есть мне это интересно. Вот. Но здесь у меня все просто, говорю, здесь основной акцент идет на левую руку и... То есть, в общем-то, самое сложное тут левая рука. Да? То есть, если взять какой-то такой у басистов слэп, то там у них синхронизация рук очень хорошая. Но вот левой рукой мало кто выбивает из басистов. Ну вот Гатригован, у него есть очень много... У него есть пара видео, где он показывает, как да, это играть именно. Вот. Ну и, конечно, все-таки для слэпа больше подходит что-то около сингловое. Такой нужен звук холодненький вот для этого. А тут хамбакеры, хэви метал, сатана. Не очень хорошо звучит. Вот, ладно, не суть. Дальше что происходит? Ну, наверное, перейдем к тому, как сочинять рифы, да, там следующий. Как придумать рифы и сочинять соло. Вот тут стоит коснуться интересного момента, теоретической базы и для чего она нужна и как ее использовать. Существует два кардинально противоположных мнения. Одно мнение мне, ну вот я сейчас озвучу это мнение, мне теория нафиг не нужна, я все хочу писать от чистого сердца, чтобы Боженька говорил через мою душу, чтобы я сочинял металл от самого сатаны. А теория, она все убьет. Это полная фигня, то есть это, ну, такое ленивое очень мнение. Ну, человек просто не хочет изучать доскональную музыку. Но, опять же, я не осуждаю людей, которые говорят, ну, знаешь, я гитарой занимаюсь вот для себя только, мне вот исключительно нравится играть в группе, играть металл, я не хочу заморачиваться. Вопросов нет никаких, все нормально. То есть, как бы, если человек не пропагандирует такой образ мышления, да, в общем-то, ничего страшного нет. Человеку так комфортно. А если при этом он еще и круто сочиняет, то я скажу, чувак, ты гений. У него хорошо развит внутренний слух. У него хорошо работает вот этот плеер, про который ты мне, Рома, говорил. То есть, он хорошо из него подбирает. Вот. И можно обладать феноменальным слухом, и при этом вообще не знать теорию. Вот. С другой стороны, есть мнение, что вот прямо все должно быть по теории, все канонично. Есть люди, которые, ну вот сплошные теоретики. Дай им инструмент в руки, они ничего не могут сыграть нормального, связанного. Но они все знают вообще. Очень хорошо разбираются в теории. Ну, чаще всего получается так, что они в поверхностной теории разбираются. Ведь что мы называем теорией? Ну, там, построение аккордов для нас, да, там, теория, понятно. Некоторые ведь называют теорией ведь аппликатуры гам просто, или там аппликатуры арпеджио, так это такая прикладная теория. И почему ее-то люди не учат, мне непонятно. Но суть в том, что зная какой-то небольшой теоретический объем материала, базовый объем материала, который не выходит за пределы книги «Аппликатурное и музыкальное мышление» гитариста Сергея Попова, можно более эффективно сочинять, сэкономив кучу времени. Ну, скажу честно, в металле при сочинении рифов мне вот, теории ну, практически не надо. То есть я знаю, что будет звучать достаточно мрачно, что будет звучать агрессивно, что будет звучать, не знаю, тяжело. К примеру, при сочинении рифов очень важно еще, в принципе, сформировать какую-то идею, концепт рифа. То есть как ты его видишь? Ты лично я сочиняю риф, ну... Не только на гитаре он у меня звучит в голове. То есть, когда я сочиняю риф, у меня уже более или менее он какую-то форму имеет. То есть, я вряд ли, конечно, сяду и пропишу в Guitar Pro барабаны для него, но я могу сказать, что должно быть, какая пульсация должна быть. Иногда получается так, что ты эту пульсацию в итоге прописываешь, и приходит барабанщик и говорит, это колхоз, вот есть вот такая идея, и вставляет абсолютно другую пульсацию, и она звучит лучше, да? Но суть в том, что при сочинении рифов с перегрузом в металле очень важно еще соблюдать артикуляцию, то есть и кучу нюансов. То есть ты же можешь сыграть ноту, допустим. Одного только палмьютинга можно получить разного, да, то есть сколько угодно. Можно
можно получить такой бархатный, жирный звук. Можно такой слонячий, да, бум-бум-бум-бум-бум. То есть сами ноты по себе, они имеют, ну, скорее, вторичную какую-то, что ли, функцию. Может, я, конечно, ошибаюсь. Но это очень частный случай. Когда я сочиняю риф, я просто чаще всего прислушиваюсь к внутреннему плееру. Вот хорошее именно название вот этого ощущения. То есть у меня какая-то музыка играет в голове, какие-то идеи. И чаще всего эти идеи – это компиляция из чужих рифов, которые ты слышал. Ну, мне кажется, что вот творчество – это что-то компилированное, что ты где-то уже слышал. Тяжело было самому первому композитору, ему все пришлось самому придумывать, конечно, да. Но в общем и целом, даже современный металл, по сути дела, если взять, конечно, он развивается. Конечно, я не говорю, что все воруют. Но в общем и целом, это все уже переигранное Black Sabbath там, и еще кто-то. То есть, это идеи тогда появились на Black Sabbath, они тоже черпали вдохновение в какой-то другой музыке, актуальной на тот момент. Вот. И суть-то в том, что ты просто должен прислушаться к тому, что у тебя внутри. Еще бывает другой способ сочинения рифов. Это аппликатурные интересные штуки, люки. Вот, допустим, я тут недавно сейчас сыграю, не сыграю такой риф. Я попробую, я сделал прям какое-то упражнение. Я когда сидел, играл какие-то 16. Какую-то идею аппликатурно нашел для себя, и потом ее уже развил в мелодию. То есть это тоже неплохой способ, но он основан на мышечной памяти. То есть ты играешь какую-то знакомую твоим рукам фигуру ритмическую, риф или там лик, и потом замечаешь, что это прикольно звучит, и начинаешь, собственно говоря, уже эту тему развивать. Ну и существует еще такой способ достаточно хаотичного написания рифа. Ну, просто взял гитару, что-то наиграл, вот что-то прикольно получилось. То есть это даже не упражнение какое-то, да, там. Этот риф, он так и был сочинен, да, у Квин, то есть на студии наиграли его. И, о, крутая штука, оставь это в песне. Вот. Бывает так, что ты можешь увидеть или услышать, да, то есть с Яндекс.Музыки, когда слушаешь что-то, думаешь, о, блин, хорошая идея, надо это записать. И я приезжаю к себе на работу, в школу, да, и эту идею пытаюсь как-то реализовать. Вот. Бывает, я черпаю только основную какую-то часть, то есть мрачный должен быть. Я слышу, что там много малых терций в рифе. Вот. Ну и однозначно, имея хоть какой-то небольшой теоретический багаж знаний, ты знаешь то, что малые терции звучат грустно, да, то есть, ну, там, допустим, полуменьшенный септаккорд звучит напряженно. То есть, если его использовать, то будет характерное звучание. Вот, сегодня, кстати, вот у нас есть замечательная конфа такая, вот сегодня вот поднимал вопрос, Вадик, то что я, говорит, когда стал теорию изучать, у меня более сложные аккорды стали проскакивать в сочинении, да, то есть, ну, просто так элементарно. Ты познакомился с аппликатурами септаккордов, и чувак, воу. Понятно, что пока ты не знаешь аппликатуру аккордов, а сколько времени пройдет, пока ты сыграешь мас-септаккорд, еще ведь его можно сыграть не просто в такой форме, то есть можно в пяти формах его сыграть. Легко ведь, да, то есть. А можно ведь его еще сыграть обращение от него какое-то. Пожалуйста, да, можно его разбавить как-то. Ну, надо для этого, наверное, другую гитару подключить. Вот. Немного погодя было. Суть в том, что теория – это не универсальный способ. Знание теории – это не универсальный способ сочинения рифов. Это инструмент, который помогает тебе быстрее использовать, да, свое, рациональнее использовать свое время. Вот. Но и опять же, когда ты начинаешь изучать теорию, да, базовую теорию, ты начинаешь интересоваться другой музыкой. Музыкой, у тебя развивается вкус. К примеру, я какое-то время работал в Бутиктоне, и когда пришел сюда работать, мне Евгений подкинул Гатри Гована. Я просто, ну, сошел с ума тогда. То есть я такой, ё-моё, блин, как
какой это крутой гитарист. Я до этого, ну, мне, конечно, нравились Сатриани, Сифай и какие-то такие законодатели, да, гитары. Но когда я услышал Бована, я понял, что это, ну, это самый крутой дядька. Но вот он, вот круче него вообще никого нет. Мне сказали, ну, послушай Грега Хоу, и я послушал Грега Хоу, мне очень понравилось, но до сих пор Гатри Бован для меня, он, ну, вот где-то вот прям там божество какое-то. То есть Гатри Бован, Ричардсон, Зак Вайлд, Даррелл, вот. Они очень крутые ребята. Ну, Гатри Бован это просто... И очень у него хорошо все с подачей теории. Той же самой у него есть замечательные две книги. Базовая и продвинутая техника. И вот теорию я начал изучать по книге. Базовая техника. Там все очень доступно, очень популярно. И потом я вспомнил, что у меня есть книжка, которую я когда-то давным-давно положил на полку. Музыкальное аппликатурное мышление гитариста. Я параллельно две эти книжки использовал как... инструмент для, ну, как источник теоретических знаний. Хотя, конечно, в полной мере они не раскрывают, да, вот, все аспекты теории. То есть, если ты хочешь глубоко изучать теорию, то, пожалуйста, специализированное музыкальное учебное заведение. То есть там есть куча предметов, которые полностью, ну, погрузят тебя в мир музыки. То есть начиная от истории музыки, заканчивая там гармонией, да, то есть. И предметом, который изучает музыкальные формы. Ну, впрочем, немного отошли от темы. Вот. Если какой-то совет давать ребятам, как сочинять рифы, помимо того, что я упомянул ранее, то есть это какие-то аппликатурные фишки, да, это внутренний слух. Больше играйте, больше подбирайте. Вот нравится вам Black, подбирайте вы Black. То есть табулатура, конечно, хорошо и круто, что они сейчас есть. Но вы используете табулатуру только в том случае, если вы не можете ничего подобрать уже, совсем уже отчаялись и готовы выпрыгнуть из окна. То есть вот взяли концерт лайв-группы, смотрите, да, что там играют, то есть, в каком месте грифа. Развивайте вот именно знания инструмента. Чем больше вы используете внутренний слух, и чем больше вы используете какие-то, я не знаю, такие способы ВДА с подбором, тем лучше у вас получается сочинять. Просто очень надо очень много сочинять, пытаться, да, то есть первое время получается что-то очень невнятное. Не пугайтесь этого, не бойтесь, просто сначала подражайте кому-то. Вот. Очень такое есть мнение распространенное, ой, да вот знаете, вот есть там группы, ну да к чему мне арию слушать, я лучше Iron Maiden послушаю. Ну типа это же как бы, ну типа вот Iron Maiden оригинал, ария это типа плагиат. Ну, блин, нет, они очень сильно отличаются. Да, у них местами похож звук, да, стилистически одно и то же, но, в общем-то, на самом деле ария сильно отличается, хотя бы у них какие баллады есть. Ну, и таких примеров куча. То есть, если постоянно бояться, что тебя обвинят в плагиате, ну, понятно, что это не значит, что надо риф под копирку воровать. Да? То есть, это значит, что пытайся, подражай. И чем больше ты сочиняешь, тем лучше у тебя это будет получаться. Вот. Ну, если мы будем про каждый риф говорить, да, из всех песен, которые я сегодня буду играть, то мы, наверное, отсюда уйдем просто очень поздно. Вот. В основном, что я для себя открыл, что мне очень нравится, какие фишки. Ну, понятно, что это использование каких-то диссонансов. Ну, к примеру, вот риф. Это использует тритон, да, то есть как, именно такую напряженную ступень, та, на ней заостряется внимание. Вот. Ну, частенько я использую октавы. Раньше я использовал октавы в такой аппликатуре. Я понял, что они очень круто звучат. И да, кстати, октавы очень круто звучат с вибрато, то есть если вы добавляете какую-то, ну, интонирование. Вот, также, ну, достаточно агрессивно звучат кровавые аккорды, как их называют гитарист Suicide Silence, это если мы играем в дропированном строе, то вот он. Но это все, ну, это все челочная тема, да, то есть настоящие мужики используют секс. То есть или так, злостно, но я очень люблю секс.
малый секстур. То есть в дропированном строю это будет выглядеть так. В нетропированном строю это будет выглядеть так. Но это хоть и не диссонанс, но звучит очень круто, особенно в пониженном строе. Вот. По использованию ладов, какие лады я использую? В основном это гармонический минор, то есть, ну, очень много гармонического. Гармонический минор, и к нему я просто добавляю пониженную, уменьшенную квинту. Просто это, ну, все знают, что тритон звучит агрессивно и жутко, и то, что с помощью тритона можно вызвать дьявола. Ну, в средние века, так вроде как думали, из недостоверных источников. В фильме «Путешествие металлиста» был такой... Даже была телега, что запрещалось играть три раза подряд за песню на аккорде. Да-да-да. Ну, хотя все мы знаем, что... В уменьшенном аккорде, да, в полуменьшенном есть он, да, то есть. Вот, то есть. Но, к примеру, да, вот возьмем риф. Я эту песню сейчас сыграю. Вот. Там как раз использую я, в общем-то, вот. Гармонический минор, да, в рифах использую, но вот в том виде, чтобы он прямо был вот как неоклассика. Мне не нравится. То есть я использую октавы как ступени, на которых заостряется внимание. Но и жирную ноту соль, да, то есть на какие-то такие моменты. Плюс еще очень неплохо звучит тот же самый гармонический минор от доминантовой ступени. Если, ребята, допустим, кто-то не понимает, что такое гармонический минор от доминантовой ступени, поднимите руки, чтобы я более или менее как-то это раскрыл хотя бы. Но смотри, здесь у тебя тональность ля минор, да, к примеру, ну и песня в ля миноре. Ты такой, ага, гармонический минор, гармонический минор. Если построить, ну, сыграть все аппликатуры ля минора от ступени ми и тональным центром рассматривать ми, то у тебя получается вот такой вот лад. Ну вот смотри, допустим, ля минор гармонически у тебя бы звучал вот так. А тут у тебя, если ты будешь обыгрывать, с помощью, получается, тех же аппликатур. У него более ярко выраженное восточное звучание. Называется он испано-фригийский, как его только не называют, там, фригийский с большой терцией. Вот. Часто очень я этот лад бьюзую. Ну, понятно, что пентатоника, блюзовая пентатоника. Вот. И, о боже, я наконец-то, ну, стал юзать хоть как-то хроматизм именно при сочинении соло. Ну, да, вот такой хроматический лик у меня соло был сегодня. Вот. Ну, я их использую по-колхозному, то есть опираясь на внутренний слух. Звучит прикольно, нетривиально, значит, пойдет в песню. Вот. Ну, понятно, что натуральный минор, гармонический минор доминантовой ступени, ну, если рассматривать, получается, как тонику, да, то есть вот эту вот доминантовую ступень, и пентатоники, да, то есть блюзовую пентатонику, обычную пентатонику. В общем-то, ну, мелодический минор, да, тоже в последнее время заинтересовал меня, потому что что-то я обкурился мишугой, да. У них бывает мелодический минор прям, и у периферии тоже мелодический минор есть, звучит очень интересно. Так, ну ладно, давайте будем дальше продвигаться. Тренировка рук, упражнения, примеры, советы в продвижении, увеличении скилла. Сколько у нас времени еще есть, Костя? Скажи, пожалуйста, сколько нужно? Ну, я балаболить могу много. Мы в 11 утра открываемся. Все хорошо. Ну, давайте, наверное, песенку сыграем.
Давай скринджерс. Получилось, что я риф сочинил в Guitar Pro и такой, о, в темпе, вот в этом она круто звучит, а давай-ка я сыграю в этом темпе, и не получается. Правая рука зажимается, и я думаю, ну черт возьми, ну как Мишуга играет этот блин риф? И тут, ну как тут, спустя месяца, наверное, 4 тщетных попыток выиграть и сыграть этот риф в оригинальном темпе, я пришел к интересному умозаключению. Я вообще на самом деле такой человек, медленно запрягаю, как это, долго запрягаю, да быстро еду. То есть я пытался, я бодался с этим галопом. Я не знаю, есть наверняка люди, которые играют его в привычной манере. Если, внимание, медиаторный штрих рассматриваем, да, то есть как обычно играют этот тордентальский галоп. Озвучиваю, да, то есть прям вот смотрите за медиатором. То есть повторяю штрих вниз, да? Там-та-га-дам, там-та-га-дам. Нифига не получится у меня вот так его сыграть, честно, я пытался. Я долго воевал, я даже перестроил моторику правой руки. Я играл раньше не очень экономично, играл все предплечьем, ну, чтобы высекать, да? Потом понял, что не вариант предплечьем играть, можно заработать заболевание. Я чуть его не заработал, у меня локоть начал болеть от того, что, ну, быстро-то тяжело ровно сыграть. Ну ты же как бы, ты же трудолюбивый парень, ну я про себя. Я неправильно играл вот так вот, прямо вот вообще, то есть мышца сказала еще немного, и я начну что-то делать с твоим локтем. Ну, у меня заболел локоть, просто пришлось перестраивать моторику, да, то есть более экономичнее играть запястьем. Вот. Суть в чем? Я его играю следующим образом. Все очень тривиально и просто и очевидно.
Я единственный удар, который повторяю, это в начале рисунка. А дальше все идет переменным штрихом. Не повторяется штрих. Вот, это немного непривычно было сначала. Ну, просто потому что все привыкли играть. Привыкли галоп играть с повтором, да, то есть этого удара вниз. Ну, буквально один вечер мне понадобилось, чтобы перестроить само движение. И, в общем-то, все круто. Единственное, что я играю с повтором в этой же песне, это рифм. Да, то есть обратный галоп, тагадам, тагадам. То есть мне приходится повторять. И то я вот иногда задумываюсь, а может быть мне и тут переучиться. Ну, просто тут немножечко сложнее, потому что тут акцент. То есть там-то акцентов таких нету. И вот этот вот галоп, тардентальский назовем его, да, то есть есть видео, где ребята объясняют, как играть тардентальский галоп, и играют его почему-то не по-тардентальски. Потому что когда я смотрел, как Мишуга играет блит, они играют все переменным штрихом. И, по-моему, Головин даже показывает видео, Сергей, где он рассказывает, как блит играет, и он, по-моему, все играет тоже переменным. То есть я не один такой, 100%. Но это логично, играть такой рисунок переменным штрихом полностью, без повторов. Потом, из каких-то таких фишек, ну, в этом рифе ничего такого удивительного нет. Просто я беру это, да? Вот. Тэппинговая часть в конце. Называется «Миша обслушался Гаджиры». То есть у них очень много подобных штук. Я думаю, я хочу что-то тоже легатное, что будет так вот эффектно звучать. Ну я чуть-чуть, я идею позаимствовал, но как мы идею заимствуем? Не нагло воруем, мы берем, да, то есть основную идею это. Ну у них что-то такое, да, то есть я думаю, почему бы не добавить открытых струн? Ну и тут сложности в основном тоже около легатного характера. То есть заглушить струны, синхронизировать руки. Вот. Основная фишка, которую я использую в БФГ при записи рифов, ну как основная, одна из, так скажем, не такого уж и большого количества фишек, это вот, допустим, в песне, да, я играю, вот, которая в самом начале была. Я вот эту ноту соль играю не на шестой струне, а здесь намеренно. То есть мне нравится, как звучат высокие ноты на шестой струне. Потому что просто у нее массив больше, она колеблется и определенный тембр получается. Плюс очень часто мы записываем рифы в октаву. И вот две гитары дабл-треком играют так рифы. А третья гитара играет. Вот, то есть, и это создает такой вот интересный звук, то есть, получается, сам массив звука как будто бы больше. Вот, часто дублирую рифы именно в октаву. Потом очень нравится мне игра вот таких вот аккордов, то есть, я играю 4 струны. Да, то есть понятно, что квинта, кварта, еще раз квинта. Все совершенные консонансы, которые офигенно звучат. И вообще последнее время я для себя открыл, ну, тут у меня вот один из присутствующих, Рома, это мой сенсей по бруталу, он мне подкидывает различные музыки, да, из брутал металла. И там очень часто ребята играют кварты. И кварты вообще круто звучат. Кстати, Гаджира тоже использует очень много кварты. И они, блин, они злостно звучат. Я раньше просто был очень таким дроповым чуваком. То есть мне нравилось в дропе, в дропе, в дропе, в строе рифы писать. Сейчас мне
ну, и так нравится, но все равно, как и любой другой музыкант, который развивается, мне интересно экспериментировать со звуком, интересно экспериментировать с какими-то идеями, и, в общем, 7 струн, они не для того, чтобы играть только там на вот верхних трех. То есть, естественно, 7 струн, они для того, чтобы расширить диапазон звучания инструмента, все. И вариативность какую-то. То есть это определенно расширяет кругозор музыканта. Ну и, конечно, вот ребята, или вы играете в дроп-си, у вас получается, по сути дела, это до диез. Но это уже низко, это, блин, тяжело и струны подобрать, чтобы все комфортно было. Я не знаю, как-то бы подобрать так струны, чтобы они звучали как стандартно настроенная гитара и просто 7-я струна еще была в соль. Но получается это строй ре, и все равно я чувствую легкий дискомфорт, потому что самый крутой строй для меня это ми, но он самый читаемый. И в нем комфортнее всего играть. Вот, про упражнения давайте расскажу, собственно говоря, что для себя я открыл в правой руке, что в левой руке, что является принципиально важным, на мой взгляд, исходя из моего опыта в продвижении скилла. Вот. Ну, какие-то упражнения, думаю, смысла нет вот прям вот показывать так, да, то есть я расскажу, как я занимаюсь, и если будет необходимость, наверное, да, на облако скинем какие-то упражнения прописанные. Вот. И будут на этом свете выложены. Да, скажу сразу, сильно отличается программа занятий от, в зависимости от того, собственно говоря, чем я в принципе занимаюсь на данном этапе. Тут у меня релиз альбома, не альбома, это как это, сингл или как это, EP. EP-шки, да, у нас в БФГ, естественно, я весь уклон делаю на то, чтобы подготовить солики. Ну, то есть сначала готовил рифы, потом я стал готовить соло. Ну и подготовление к мастер-классу. То есть я те песни, которые мы записали, я их подбирал, потому что записали мы их относительно давно. Надо было вспомнить, что я там наиграл. Вот я готовил тут последнюю неделю вот, песни. Ну, в общем и целом, сейчас я достаточно усредненно расскажу, как я занимаюсь. Очень важный момент – это разогрев. Я, пожалуй, подключу гитару стандартно. Очень важно, чтобы вы хорошо разогрели левую руку. И вообще, очень частое заблуждение, что в гитаре главная правая рука. Спору нет. То есть с правой рукой все чаще всего сложно. И очень сложно играть хорошо переменный штрих синхронизированно с левой рукой. Как Пол Гилберт или как Антон Апарин, допустим, да, или как Джейсон Ричардсон. Но что вы должны прекрасно понимать, 99% гитаристов, которые приходят ко мне заниматься, которые говорят, у меня все нормально с левой рукой, они абсолютно не умеют играть легато. Вот. Самый клинический случай, если они вот, с Ютубом в голове, с видеоуроками из Ютуба в голове, вы понимаете, что Ютуб не даст вам обратной связи. То есть все, что вы думаете, это все нифига не объективно. Я сколько раз на эти грабли наступал, посмотрю видео, ну думаю, ну все, теперь-то у меня есть знание про то, как правильно это играть. И не получается. Детали очень часто упускаются. То есть часто от вашего внимания ускользает много очевидных вещей. Как я разогреваю левую руку? Есть комплекс упражнений. Ну, блин, у Джона Петруччи в видеошколе есть. Да, то есть вот такие вот упражнения. Так, ну все это записывается. Вот играть их как правильно. То есть я даю, приходит ко мне ученик, я ему говорю, ну вот упражнение. Сижу, играю ему. Объясняю, что я играю, да, то есть сначала, давайте, парни, сейчас не будем отвлекаться на аппликатуру, я просто пропишу, и чтобы на это время не тратить. Я показываю аппликатуру, мы запоминаем, как их играть, приходит он на следующее занятие. Я говорю, ну ладно, я пока себе кофе заварю, а ты сыграй, пожалуйста, мне разогрев. И начинается. Даже хуже там. Пальцы не попадают по струнам, пытаются сыграть быстро. Что происходит? Происходит тренировка неправильного автоматизма. Естественно, я говорю, бро, давай остановимся и подумаем, что ты делаешь. Как это упражнение в первую очередь нужно сыграть, вот если ты его не умеешь играть. А то еще медленнее. Самое главное, чтобы у тебя был наработан правильный автоматизм. Что дает вот этот комплекс упражнений? Смотрим сюда. Вот здесь у нас с вами мышцы, которые крепятся к фалангам, да, верно?
Для того, чтобы у нас пальцы с вами эффективно работали, нужно, чтобы все эти мышцы были разогреты, чтобы в них была кровь, чтобы, собственно говоря, мышцы были более эластичные, более теплыми. Вот. Если у вас левая рука напряжена, все полная фигня. Все, ничего вы не сыграете нормального, быстрого, хорошего. Напряжения, скованности не должно быть. Вот единственное, в чем я кардинален насчет техники, то что скованность – это нехорошо. Есть естественная усталость мышцы от того, что она сократилась много раз, а есть забитость. То есть у вас просто может запястье или левая рука устать от того, что вы очень быстро и много играете. Это очевидно, да? От того, что мышца много раз сократилась, сократительных белков все, некуда больше сокращаться. И очень много сокращенных волокон в миофибриле. Но самая большая ошибка то, что люди путают вот эту усталость с перманентным напряжением, с перманентной скованностью. То есть, если вы играете со скованной правой рукой, вот так, раньше так играл я, был уверен, что это круто, на звуке сказывается. Да, то есть, что происходит? Можно ведь топором-то, в принципе, фехтовать, можно топором здоровым вот таким вот вырезать по дереву-то, в принципе, можно, но лучше это делать специальным инструментом. Вот. Соответственно, скованные мышцы – это не ритмичная икра, очень маленький ресурс технический, если у вас скованы мышцы. Часто бывает так, что человек не может сыграть в определенном темпе правой рукой, к примеру, да, и у него начинают подключаться те мышцы, которые не должны. С чем это можно сравнить? Приходит бро такой на турник, у него плечевой пояс не развит, и он начинает подтягиваться аж всем телом, не просто за счет инерции тела, аж извивается, как змея, просто потому, что плечевой пояс слабый. Вот. То же самое с правой рукой чаще всего происходит и с левой. Вот. Это упражнение, оно разогревает мышцы и готовит их к работе. Здесь надо отследить следующий момент. Не надо очень сильно прижимать струны к грифу, не надо на них давить так, как будто ты хочешь их вдавить, впечатать в гриф. Слегка. То есть, если гитара нормально отстроена, даже если высота струн относительно большая от грифа, это очень индивидуальный параметр, высота струн от грифа. Если ты достаточно рационально их зажимаешь, не вот так вот, вот, с движения струны, допустим, кверху, к низу, это все усложняет процесс зажатия. Это ведь упругость струны. Вот смотрите, или мы струну будем нажимать вот так вот, или вот так вот, да, то есть очевидная вещь. То есть все, что требуется, это немного расслабиться и внимательно слушать, что получается. Звук хороший, все, убедились. Все струны звучат, да, все ноты слышно. Теперь можно и мышцы, да, послушать свои, то есть расслаблены мышцы, нифига не расслаблены, давай учимся расслаблять, как расслаблять мышцы, берем большой палец, он обычно у нас служит опорой здесь, но мы делаем так вот, обезьянья рука, да, то есть как у шимпанзе, ставим пальцы, ага, все, зажали, все хорошо, потом ставим большой палец, вот, все, нажатие не сильное, так у вас просто не получится сильно нажать, вот, гитару сюда вводить, ну, мы ее слегка зафиксируем, плечи, все. Нету сильного нажатия на струны, убедились. Вот этих вариантов упражнения лестницы, да, как я его называю, я играю великое множество. То есть в течение 10 минут прихожу, и первое, что я делаю, так слегка руки растер, ставлю. Сейчас я смотрю Нацию Z сериал. Ставлю Нацию Z и играю комплекс этих упражнений от простого к сложному. Сначала такая комбинация, потом комбинация других пальцев. Упражнение ножницы, которое есть у Сергея Головина. И так со всеми пальцами. Принципиально важный момент при исполнении упражнения ножницы. Опять же, не торопиться и минимизировать движение запястьем, поскольку вы должны заставить работать мышцы кисти, мышцы пальцев. Если у вас происходит вот такое, то это все, ну это тоже понятно, что усложняет координацию пальцев. То есть очень важно, чтобы у вас пальцы были подвижные. И, ребята, с самого начала следите за амплитудой движения пальцев. Очень важно, чтобы у вас экономичная амплитуда была. Если вы будете экономично играть с самого начала и расслабленно, то вам потом не придется сталкиваться с психологическим кризисом. Ой, блин, мне переучиваться надо. Я вот с ним столкнулся и сталкивался не однажды. Вот. И это очень дискомфортное чувство. Поэтому я всегда лояльно отношусь, если человек, допустим, играет что-то не очень хорошо, если человек там что-то не умеет, я к этому отношусь лояльно. Никого не надо никогда чмурить за то, что человек не очень хорошо играет. В жизни бывает всякое, бывают травмы,
бывают зажатия мышечные, бывает человек просто вот ну, так получилось, что некому было показать правильно. Вот, то есть, как бы очень важно, чтобы вы понимали, что лучше, конечно, изначально правильно учиться, но переучиться тоже недолго, вопреки заблуждению. Кто-то придумал миф, что переучиваться невероятно сложно. Единственная сложность – это вам приходится бороться с неправильными автоматизмами. Это подключение сознания, то есть это надо очень много внимания уделить. Но если у вас есть маломальская сила воли и мотивация, что немаловажно, то тогда вам будет достаточно просто переучиться. Но если мы не говорим о каких-то запредельных темпах, то это вопрос, не знаю, там, недели, двух недель. Вот, собственно говоря, упражнение ножницы заключается в том, что мы поочередно меняем палец. Да? Ну и потом с безымянным, с мизинцем. Самое сложное это вот, да, то есть все равно тут поворот запястья какой-то будет присутствовать, но он может быть вот таким вот, а может быть вот таким вот. Да, то есть что ну и понятно, что да, дальше вот эти два пальца, вот эти два и безымянный с мизинцем по итогу. Ну и дальше я еще играю Говановское упражнение. У Гованов в книге «Базовая техника» есть вот такое упражнение. Вот. Вот. По аппликатурам давайте я пропишу все возможные варианты в Guitar Pro и просто, наверное, на облаке выложу. Ну, потому что сейчас запоминать аппликатуры – это самое нерациональное использование времени. Вот левая рука более или менее разогрета. Это не значит, что она готова быстро играть легато. Это значит, что она, в принципе, готова к тому, чтобы не травмировать себя во время упражнений. Один из вариантов, то, что я вот эти все упражнение играю еще с растяжкой, да, то есть самая сложная растяжка, это когда у вас средний, ну, для меня, да, средний и безымянный отстоят друг от друга, да, то есть вот так вот. Очень нефизиологично это для пальцев левой руки. Затем есть комплекс упражнений такого характера. Игра восьмых триолей в медленном темпе. То есть очень важно, чтобы вы играли сначала легато в медленном темпе, поскольку человек воспринимает свою игру необъективно. И зачастую мы те ноты, которые играем неритмично, наш мозг их подвигает. Нам кажется, что мы звучим неплохо. А если записать себя, то мы заметим там очень много аритмичных моментов. Помимо того, что мы можем вообще в принципе в темпе плавать, да, и в общем-то это не является криминалом, когда человек в темпе плавает. Иногда это даже круто, когда осознанно. Вот. Или когда интуитивно осознанно. Но мы сейчас говорим про откровенную лажу, да, то есть такое, да, то есть. Но я вот играл восьмые триоли. И еще один вариант. Таким образом у вас все связки прорабатываются. Вот это упражнение, оно из копилки координация пальцев левой руки. То есть в легатном, да, у меня ящике. То есть я как это, Джон Петруччи в своей видеошколе рок-дисциплин говорит, я создал у меня просто каталоги с определенными упражнениями. Да? Туда же можно отнести вот это упражнение. Я его называю для учеников садист. Потом мы играем. Да? Потом. Все будет прописано, что сейчас нет. Вот, то есть это блок сугубо на технику, и он не должен у вас занимать много времени. Главное, для того, чтобы у вас скилл двигался, принципиально важно, это осознанное занятие и регулярное занятие. То есть если они не регулярные, будет полная фигня, у вас не будет формироваться навык. Вот. В основе всего лежит, конечно, формирование навыков. Сначала вы получаете знания, это информация, да, то есть из интернета, на мастер-классе, от соседа, от друга по группе. Потом вы эти знания применяете на практике, они становятся умениями. И потом, когда вы умения доводите до автоматизма, они становятся навыками. Вам нужны навыки. Нужны правильные, рациональные навыки. Дальше что происходит? То есть вот с левой рукой я, допустим, поиграл какие-то такие упражнения. Еще есть вертушки вот такие. То есть... Триольные.
указательный, мизинец безымянный, указательный, мизинец средний. Или можно начинать с безымянного или там со среднего. Вариативности и куча, вот, но просто их не надо играть все сразу, вот все из легатного блока, все пытаться сыграть за одно занятие. Тогда у вас будет небольшая проблема с тайм-менеджментом. У вас просто не получится заниматься продуктивно. Просто много всего надо будет играть. Затем, ну, есть некоторые такие очевидные вещи. Можно гамму поиграть квартолями, допустим, да, группируя три ноты на струне. Это немного неочевидно для левой руки играть 16-е, но группа-то из трех нот фактически, да, при которой. Потом очень интересно играть, вот, допустим, возьмем пентатоник, два бокса. Я играю бокс от четвертой ступени и бокс от первой ступени. Да, то есть в ми миноре я сейчас. И вот такой рисунок интересный, квинтоли. Можно их играть. Тага-тага-да, водочка, пиво. Вот. Понятно, что использовать это как какой-то источник идей для ликов можно? Да, можно. Но я это играю пока как упражнение, чтобы это было в пальцах. Вот. Потому что для того, чтобы использовать это во фразах, ну, надо еще мне, наверное, недели-две это поиграть и придумать несколько фраз вот именно с, конкретно с этой идеей. И в разных тональностях ее поиграть, подумать, где мне удобно это играть, насколько это, куда это можно запихнуть-то вообще, в каком музыкальном контексте использовать. Это все у меня в блоке на левую руку. Вот. Ну, понятно, что еще существует масса ликов легатных. Допустим, у Гатри Гована есть арпеджио, невероятно сложный. Я вряд ли, конечно, это сейчас сыграю. То есть у него в моей любимой композиции Fives есть такой лик. Нет, я не даже не буду таким я могу кормить много. Вот. Можно, в принципе, даже какие-то аппликатурные решения для себя найти удобные и их поиграть. Очень важно выявить свои сильные стороны. Вот. Опять же, возвращаемся к тому разговору, что я вот всегда был сторонником того, что выявляешь свою сильную сторону и ее развиваешь для себя. То есть это будет намного проще, чем пытаться бороться со своими слабыми. То есть понятно, что технические трудности надо устранять, но на чем-то надо вывозить. Какие-то сильные стороны свои надо подчеркивать. Вот. Полигаты, вот такие моменты. Теперь, ребята, поговорим про медиатор. А, кстати, Коля здесь, да? Спрашивал про свипы. Николай, да? Про свипы. Сразу же такой момент. Все говорят свипы, 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 как будто это что-то такое вот прямо сверхсложное. В свипе самое главное — это левая рука. Просто ты задавал вопрос, я пока не забыл. Самое главное — левая рука. То есть там очень важно, чтобы у вас она, собственно говоря, успевала, да, за правой рукой. Потому что в правой руке тут фигня движения. Ну что сложного-то? Вот. А если левая рука, если я... Тут появляются сложности, что надо вот эти вот сардельки-то переставлять в темпе. То есть как я тренировал... собственно говоря, вот эту аккордную форму, это аккордная форма до, минорный вариант, да, ее. Да, то есть вот тоника на пятой и на второй струне. Одна неотъемлемая часть моих занятий — это демпфер. Я рекомендую всем купить себе такую приспособу. Потому что одно время я запихивал туда какой-то носок, потом у меня появилась какая-то салфетка из лайфа, и потом я все стал терять, у меня все изморалось. Я пришел в Бутиктон и увидел, что недорогая и очень полезная вещь. Ставим демпфер на струны. Вот. Во-первых, когда вы тренируете only легато, то есть только легато, без всяких там медиаторных
Если добавим перегруз, а иногда все-таки надо тренировать легато с перегрузом, потому что звук-то другой. Он убирает всю грязь. Во-вторых, вот в упражнениях на слипы берем эту аккордную форму, допустим, да, и играем ее внутри таким образом, Коля, чтобы у тебя пальцы хорошо знали именно, куда вставать на грифе, чтобы они не путались. А, не надо же. Причем тут не обязательно выбивать их. Да, Миша, это чисто мышечная память работает. Ну, конечно, расслабленные. Я просто видел, что некоторые работают, допустим, правой, именно техника работы и правой работы. Кто-то вот такой дугой работает. Это все очень частная такая ситуация. Я придумал, что может быть есть какая-то... Нет, универсального не существует. Вот, это мое мнение. Наверное, есть люди, которые скажут, ты не прав, бро. Мы покажем, как делать правильно. Мы знаем универсальный способ. Я такого не нашел. Вот. И потому что действительно все по-разному играют немножечко свип, но суть в том, что тебе нужно получить достаточно расслабленное движение в правой руке, да, если про нее говорить. Потренируй сначала свип в правой руке. Единственная сложность — это возврат. Понимаешь, ты когда вниз играешь, возьми две струны. Самое тяжелое, что вот я заметил на свипе, это вот когда ты обратно возвращаешь, вот этот промежуток времени, он такой корявый получается. Нет, ты просто осади коней и играй медленнее. Нет, понятно. Я имею в виду, что все равно ты пытаешься. Смотри, медленнее, не-не-не-не-не-не. Медленнее это значит вот так вот, смотри. Да, я понимаю. Ты позволь, чтобы у тебя мозг-то прочувствовал, какие мышцы у тебя в работе. Ну, ты вот сейчас понял, у тебя сейчас тоже проскочило. Вот да, конечно. Да, на обратном ходу, это скорость. Вот, на двух струнах тренируй просто само движение обратное. Смотри тоже, можешь монитор туда направить, чтобы у тебя все это экономично было, чтобы у тебя все эргономично было. Ну, то есть тут на самом деле в правой руке тут, ну, оно никакущее движение с точки зрения вообще сложности. Ну, понятно, что запредельно быстро я... Вся проблема именно в правой, да. Да не в правой вся проблема, я уверен, что скорее всего, если не можешь сыграть, проблема... Вот в правой проблемы две. Возвратное движение, и еще есть люди... которая пытается сыграть даунстроком его. Нет, то есть все нормально, да? То есть ты понимаешь, что медиатор, когда движется вниз, он до соседней струны долетает моментально, даже если мы играем медленно. Может быть, слишком сильно погружаешь медиатор. Может быть, ты относительно вот этой плоскости не делаешь угла. То есть, опять же, где-то мне удобно играть его, допустим, практически вот без угла. Где-то удобнее угол сделать. Фиг знает. То есть это все индивидуально очень, зависит от лика. Есть книга по свипу, забыл как называется, но по-моему она так и называется, свип на электрогитаре, там прямо целая книжка посвящена. Мне лучше ютуб, мне кажется, эта книга. Но на ютубе... Вот когда обратная связь, все-таки мне кажется... На ютубе есть много парней, которые вообще не отдают отчета своим действиям. Есть виртуозы классные и классные педагоги. А есть ребята, которые претендуют на истину в последней инстанции, и там такая околесица бывает. Самое главное, вот призму-то восприятие маленько настроить на то, что ты критично воспринимаешь их. Да, основной вопрос был по свипу, как вот отреагировать этот обратный ход. Просто давай лучше ко мне на чай как-нибудь приезжай, посмотрим, и все, разберемся с этой проблемой. Вот, то есть, ну просто сейчас мы так, время кучу убьем, то есть лучше... Да, то есть спишемся, и все. Вот. Но чаще всего проблема в левой руке. Так же, как, допустим, если взять формы с баре, вот я вот очень недолюбливаю. Да. Вот ты же когда начинал вообще играть, шестиструнки начинал? Да, конечно. Ну, и семиструнки, но только переделанные под шестиструнки. А, ну, вот тут еще такой вопрос был. Сейчас вот тоже думаю. Как вообще, сложно переходить в шестиструнки? Нет. Разница только в ширине грифа. Нет, в мышлении никакого. Я продолжаю. Мультимензура. Угу. Когда интеграл на нет, очень хочу. Я рассматриваю как один из вариантов себе покупку катаны у инспектора гитар с мультимензурной. Ну, просто думаю, если переходить на другую, восьмерку брать уже... А восьмерка мне показалась лопатой. Я на восьмерке ничего не могу сыграть. Разделочная доска. Я не знаю, как жираф играет на девяти струнках.
Как там? У него вообще там где-то 19-струнная, что ли? 9-струнная. Но у него прикольная партия. Ну, не суть. Ну, в общем, для меня очень важно в гитаре это удобство. То есть, чтобы мне комфортно было играть. Допустим, вот на таком грифе мне комфортно играть. Ибанез 7-струнный, да, на 7-струнках мне чаще всего удобно. На 6-струнках, да, очень удобно. 8-струнка я не так много их держал в руках, но все, которые доводилось держать в руках, мне они показались. Это разделочная доска, ее на кухню надо. Ладно, не суть. А, еще, угу. А вот, кстати, ну вот ты говорил, что вот про нажатие пальцев, да, угу. Ну, что напрягается слишком сильно. Угу. У меня, кстати, тоже была такая проблема, но я решил скалопировать. Сделал скалопирование грифа. Кардинально. И вот прям вот все прошло. Так. Ну, это тут же какая тактильная техника выходит, что тебе нужно пальцем дожать до грифа, чтобы почувствовать это. На самом деле... Очень сильно помогает в скилле, когда ты видишь, как человек, который лучше тебя играет, прямо перед тобой на видео. И мне в этом плане повезло, у меня есть друзья, которые очень круто играют. Вот. То есть, мне есть у кого посмотреть. Ладно. Совет в продвижении и увеличении скилла. Ну, самое главное, ребята, избегайте состояния психологических того, что что-то не получится. То есть, просто занимайтесь регулярно, самое главное. И, ну... Немного попроще к этому относитесь. Вот у меня вот недавно, я не могу сыграть лик и все, я просто психую. Но потом маленько подумал, и в конце концов, никто же меня не убьет, если я не смогу сыграть темпе. Хотя очень, конечно, хочется могущество свое продемонстрировать. Ладно, давайте, если есть у кого-то какие-то вопросы, задавайте. Да? А вот как определить, кого на ютубе смотреть, не смотреть вот к этому? Кому никого не смотреть. Кого на самом деле можно смотреть, просто ну, ты в принципе какую-то критичность у себя развивай, восприятие, то есть, ну вот, если говорить про, я не люблю на личности переходить, есть там блогер, да, который всех ругает, у него есть что-то идеальное, да, то есть он некоторые моменты ведь хорошо говорит, то есть ты бери нужное, то, что работает, ты вот это вот используй, а негатив, который там может быть, да, там, когда говорят, вот меня всегда настораживает радикальная позиция, типа, вот надо только так, но никак иначе. Вот меня это настораживает. Вот. Ну и, конечно, критерием для меня является то, насколько хорошо человек играет вживую. Не смонтированное видео, да? А вот, допустим, сидит он перед веб-камерой и играет. Я вижу, что он хорошо играет. Наверняка я послушаю то, что он говорит. То есть, ну, это самый объективный показатель, если ты видишь, что человек очень здорово владеет техникой и без монтажа, да, то есть играет. И никогда не надо забывать о том, что бывает так, что у тебя руки просто не играют, если ты не разогрет, если ты, самое главное это высыпаться, если ты не высыпаешься, все, ну это очень тяжело сыграть что-то сложное, даже можно быть голодным и злым, но самое главное выспаться при этом, потому что это ж, по сути дела это деятельность, работа, деятельность нервной системы, если она у тебя барахлит, если ты не выспался, тебе ходить даже тяжело, то о чем уж тут говорить, что играть. Я, наверное, дополню вопрос. Человек, наверное, имел в виду, что масса огромной информации в интернете, куча роликов, куча различных учителей, да, то есть по твоему опыту, кого бы ты порекомендовал. Потому что, допустим, человек начинает играть, он не знает просто, у него все родные на самом деле. Да, Головина парень из русских. Сергей Головина, Антон парень. Ну, вот. Очень, а очень можно вопрос, да? Есть там один блогер тоже, ну такой, я не знаю, умник, он критикует Киркхеммета, Слэша. Да. И вот нет, он демонстрирует действительно видео там, где концертные, там много косяков. Я посмотрел, извиняюсь, перебью. Как зовут тебя? Антон, извиняюсь, перебью. Я посмотрел видео этого блогера, я очень долго хотел с ним лично встретиться. Не потому что там побить его хочется, просто посмотреть на него фото вживую. Вот. Я посмотрел его первый лайв с его группы Jay-Z. И там ни одного бэнда он не попал в соло. А, кстати, у Киркхеммета волосы длинные, с длинными волосами играть сложнее, ребят. Это не шутки, это на самом деле. То есть, когда начинаете головой трясти, двигаться на сцене, координация страдает очень сильно. Вы не забывайте о том, что вот кто там с длинными волосами, да, хайер метод играет. Но он демонстрирует лайвы, положим, где на Роуз там действительно услышали. Да, а ты... В общем-то, не забывай о том, что Слэш это рок-герой. То есть нельзя представить Слэша как... Нет, я не беру его там сочинительский, вот, предположим, а... Ну, нет, смотри. Как техники. Да, а Слэш техники. Играет вполне неплохо, вполне. То есть что-то у него, да, получается плохо. Да, то есть какие-то такие моменты есть.
в лайвах, за редким исключением, много кто срет. Ну, Гатрик Бован, да, не срет, но Гатрик Бован — это человек, который живет с гитарой. Гилберт Бован. Можно я дополню? Мастера тоже срут, просто они делают красиво. Да, то есть... Гилберт, извини меня, тоже, с какого возраста он играет? Я интересовался его биографией, он начал играть очень рано. Это сенситивный период для формирования вообще, в принципе, моторики. Но и он очень много играет. Вот, то есть, не забывай про это. И опять же, вот судить строго, там, Слэш, Кирк Хэммет, да этот, да он. Ну, во-первых, это, начнем с того, что это, типа, как бы, рок-кумиры, рок-герои. Нельзя же сказать, это где-то у Головина, где в интервью есть. Нельзя же сказать, вот у нас тут Бэтмен, он супергерой, но знаете, вообще-то он хромой на одну коленку. То есть, вообще-то вот он то-то, то-то. А вот у нас есть такой супер боец, но он не умеет шпагат делать. То есть, нужно же презентовать было Слэша как-то. И вообще, придумайте хотя бы кто-нибудь соло из Don't Be Pride. Офигенное соло, которое вошло там, в топ мировых соло. Да, вообще, очень много гитаристов, которые что-то играют не очень хорошо. Суть в том, что если ты вот настолько критикуешь яро, ну давай, парень, выходи на сцену, играй без лажи. Вопросов бы не было, но я смотрю лайв, дожидаюсь соло, и там бенды ни одного, понимаешь, ни одного, блин, бенда он не попал. Знаешь, как он с гитарой стоит? Она у него высоко, он так тёпочку не делал, стоит так. Вот. А всем говорил про то, что надо качать, надо высекать, а в итоге, ну, просто из воздушного шарика пошел газ. Кари. Вот. По сути дела, ну уж если ты настолько требовательный, так ты будь добр, соответствуй. Вот единственный момент негатива к нему. То, что там у него свой взгляд на технику, да и бог с ним, в общем. Но когда ты начинаешь всех ругать, а сам при этом ничего из себя не представляешь, ну, тогда возникает вопрос. Ладно, проехали эту тему. Давайте сыграю вам напоследок песенку. Она тоже с нашего первого полноформатного альбома, но тоже в другом строе. We'll be right back.
ребята, всем спасибо, что пришли. Ну, надеюсь, с вами еще увидимся. И мне понравился формат таких мероприятий. Я думаю, в следующий раз что-то по технике более содержательное будет. Вот. Я хочу всем пожелать, ну, ответное слово, всем пожелать творческих успехов. Вот. Огромную благодарность выразить Алексею Аликину за помощь в подготовке бэкинг-треков. Моим друзьям, моей супруге, которые меня поддерживали. Ну, магазину Бриктон, в частности, Косте, потому что, ну, меня надо было вселить какую-то веру, и на самом деле я очень сильно волновался. Вот, ну и моему другу, который тут где-то сидел, Денису Варову, который является очень крутым гитаристом. Вот, ну, просто очень скромничая, но он мне тоже во многом помог, так скажем. То есть какие-то внутренние комплексы побороть. Вот именно мне очень страшно было играть при других гитаристов, которые заведомо играют лучше меня. Вот при них играть мне было очень страшно. Вот этот человек меня избавил от таких комплексов. Так что, ну вот, вроде всем спасибо сказал.